У меня монтарь. У меня нет денег. Да, просто так загрузи. У меня нету денег. Я хочу ган. Ган. Секретный пистолет. А, так там можно просто... Ага, так там нету денег. Иди гулять. Ну, я знаю. Нищеброда. А, кстати, я хочу потом пойти в Мишку Фредди, того там, где генераторы включать. Ну, можно. Да, ну, кстати, это тот самый режим, про который мы видели, если ты общался, если ты этот, вот этот. Ну, как ты знаешь, я боюсь... У меня кланы крутые. Ой, капец. Чё я ими зарезать не могу? Хохлов. Нас отравили жестко. Андрюшка напервел. Наконец-то Катя приедет. Наконец-то. Просто я года не прожал. Петарды есть у меня уже. Они уже рабочие, уже лежат. Что это такое? Ага, иди нафиг за робуксы просто. В самом начале. Ну я уже не хочу играть. А, видишь, тут нет паучков? Где ты их тут видишь? Психиатрическая больница. Вкуснятина. Так шо? А можно? Шо, Катя должна приехать? А я шо знаю, когда-то. Я хотел написать этот, ну, для приличия то, что типа, а ты при, ну, спросить, все ли все нормально. Но мне как-то так ленькит. Ну ладно, пофиг, надо уехать быстрее туда, пока она не приехала. Find a way to explore to the place. Кстати, думаю, в Роблоксе, мне кажется, пауки не будут страшными. Мы это сейчас проверим. То есть ты будешь их испугаешься, я тебя просто убью. Ну блин, ну я их супер ненавижу. Я пугаюсь, когда он этот велик оставить. Сори, да, ну не в обиду. А4. О, пасхалочка, пасхалочка. А4, А4, оп, оп, оп. А4, оп, оп, оп. А4, вот блин. Из А4 ушел мистер Бист. Watch where you step. Смотреть, куда мы. Ты куда ты пропал? Ой, фу, боже. Не пугай меня. Не отходи от меня, пожалуйста. Офигеть, мы бегаем быстро. Ой. Что? Тогда паучок покусал стенку. Где, где? Ну, пошли сюда. I hope it isn't dangerous. СПС, у меня просто перед экраном какая-то херня выскочила. Ну, я понял то, что... Я ничего не увидел. Я понял то, что это паук, но там какая-то фигня вообще. Почему? Здесь, есть. Короче, видюха грузится на 30%. Хотя здесь нету графики, здесь она убогая. Так это Roblox, это самая оптимизированная игра, что ты хотел. А вот в Рейке, там получше графа, там вообще не грузится, там даже ладрушки не лагает. Куда идти? Ну на меня паук выскочил, вышел. А, вот здесь вот. О, клик, клик! Какой клик? Какой клик? Что ты делаешь? Ты что, дёрганый? Мне просто сказали кликать. Типа он мне на голову напал, и я начал кликать. А, ну у меня тоже падал паучок на голову, но я не кликал. А, кстати, еще видео с вебкой. Получается, Данон, если что, увидит, как я обосрусь. Ну, возможно. Сейчас проверим. Ты где? Ну, куда ты опять пропал? Ну, теперь страшно. Ой. Ой, не, ну сейчас, сейчас. Ой. Какой ты челикс? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Иди гуляй. Но он не паучок. Я думал, сейчас паук выскочит, серьезно. Прям супер. Сейчас просто смотрю вверх, а там паук. Ай, фу, блин, на меня. В чем прикол? А ты где? А. Просто челик. Ой, вот это паучок, отвечаю. Вот это следы паучка. А, поверну. Поломай. Поломаем. Надо найти сюда, чтобы поломать. Вот это следы паучка, чекай. Видишь? Он по кругу гонял. Он туда, идиот. Эти следы. Почему этот челик еще бегать не умеет? Он просто пару секунд бежит и стоит. Да, да. Что это? А четыре, вот бумага. Иди первый. Пошли за паучком. Идем. Я пока что ни одного паучка не видел. Ну нет, ладно, одного видел. Так, о, Мишка. Что ты? А, его купить. Иди в сраку. Иди ж ты нахер. Да мне на опять напал этот тарантул.
Опа, вот это сочно. Вот это Вообще, нормально. Вот это можно и паучка не, ну забить. ничего, мы паучков ничего не сделаем, максимум почешем брюшко. Но если он будет большой, то ничего. Кстати, можно было бы дальше пойти по следам, но у меня лень. Кстати, иди. Так смысла ничего нету, сейчас не будет. Нам уже пойти и отломать. Так, ну я думаю, потом начнется. Но все равно страшно. У меня же стекло. Ну я нет, Вау. Денис. Просто боюсь пауков. Ой, у меня молоток попал. Пропал. Ну, Перелезать. ладно. Еще прыгать не умеет. Батарея еще разряженная уже. Так зачем ты ее разряжал, да? О, иди. В смысле? Что это? Что это? Он Что? бегает сам по себе. Меня паук захватил. Шеден? Он бегает по себе. Покликай. Ты тупой? Иди нахер. Ты тупой? А, я умру сейчас походу. Ты что, тупой? Я бегаю сам по себе, я не управляю. Я верю, верю, верю. Без прикола, я сейчас, короче, только могу мышкой управлять. Верю. Ты дурачье. Верю, верю. Давай, стой. Мне нужно телефон взять тогда. Верю, верю. Пошел молодой, верю, верю. Верю. Так покликай на экран, чтобы он пропал и все. Да еще он пропал. Я, короче, этот хочу Назара вот туда вперед послать. Чтоб он. Ну, чтоб он понял скример. Особенно таким боксом видно. О, ну я не знаю, как Да это на меня опять сделать. эта тварь напала. Бро, а почему надо кликать? Лежит оно. Лежит оно. На меня только Он что опять лежит. тарантул напал, и этот, и мне тут Я надо даже не было. смогу нажать. Что это за имба просто? Что? Ну, сейчас тебе должна вот это прийти. Видно. Реально видно. Особенно так имба все видно. О, ну я не знаю, как показать. Стоп, надо свет включить. Ну, бежит оно. Ну, бежит оно. Я переподключил клавиатуру и норм. А, да, это у тебя просто самоклава? Она, походу, просто, ну, может, я как-то ножкой зацепил случайненько. Ножкой, как ты мог ножкой зацепить? Не знаю. Все, пойдем. Шеден? Куда ты пошел? Просто он даже не успевает разогнаться, как у него уже стамина кончается. Ты Да. обезьяна или что? Нет. Домой, бота! Ой, тут бегает. Бегает. Ой, а это минус. Бегает бурундучок. Кто? Кто бегает? Ну, бегает. Кто? Вот, тоже вентилятор. Да иди ж ты нахер. Кто? Клик-клик-клик. А у меня дабл клик есть. Гуляй, ребенок. Давай. Дерись за свою жизнь. Это пипец. Он опять на меня напал, и мне тоже надо кликать. О, СПС. Ну, типа, сполос. Да. Это говно режим. Крал, что это? Согласен. Press Просто anything to паучков stop нету. traitor. Иди. Иди ты 2011? нахер, паучок. Открой, открой. Кого?
Что это за фигня? Вот это открой. Какую? Я открыл. А. Да опять этот... не убил? Опять этот паук, наверное, напал. Это скример весь, то, что есть? Ой, сейчас будет, отвечаю. Сейчас. Да? Сейчас один будет. Паучок просто. Сейчас будет он, сейчас будет тарану. Если он сейчас выскочит просто где-то сверху, то, ну, торнадо. Да ну. Капец он тупой. Ой, я не в ту сторону побежал случайно. Иди на. Полина, Полина. Иди. Да у меня эта песня заела в голове. Ха-ха, Назар тупой умер. А, блин, ладно. Дурачок? Я думал, ты умер. Полина, Полина. Да, у меня теперь эта песня заела. Так, какая еще есть? Она красивая и резни. Опа, там, кстати, была какая-то фигня. Я хотел бы ее забрать, ну ладно. Она красивая. И что, все? Гамно. Это такой тупейший хоррор. Так нам даже надо не навредить. Ой, это морг, это морг. Это вкуснятина. Я ключ с первой нашел. Это морг, подожди, нужно эти контейнеры пооткрывать. Да ну иди ж ты. Кто? Да надо контейнеры пооткрывать, пока там сражаюсь, я контейнеры пооткрываю. Оп, блин, ничего нету. Оп, ничего нету. А, сверху. А, The Spider was scary. Он нифига не был страшный, даже я ненавижу любого паука, ну даже самого это? Маленького. The Spider was scary. Куда ты пошел? Это паук? Ну нету паучка. Это паук? Это паук? Alt F4. Согласен. F4. Что это? Доброжен. Нет, нахер мне это не надо. Чел. Чел, иди нахер. Какой? Ты где? Западный лес. Что, да? Да здесь все комнаты одинаковые. Опа, лом. Ну заходи ко мне. А, ты лимон? Игра. Westwood. Возраст сервера. Игра. It's fire. Нормально, черный экран. Ну да, согласен. Бежит, бежит. Слышишь? Что это? Слышим, а, что? Мы тут все будем как в рейке. Нормально. Реально? Ну, походу. У тебя, мы, наверное, просто на одном сервере все будем. Как в рейке. Да. Да, да, да. Я нашел дом какой-то. Я нашел табличку под названием For Sale. Я ушел в домике спрячусь. Я нашел домик какой-то. Но здесь что дверка это? Открыта. Иди нахер. Кто? Я этого так испугался. Я этого так испугался. Я сразу пришел к нему просто. Кому? К этому Виндиго. Нормально. А у тебя случаем дом не был не 12-й? Да я не знаю, но там Виндиго был. Капец ты лох. Тупой. Вообще. Вообще, лох. Вообще, фу, боже. Ладно, прости. Ты умер, возрождение. Какое возрождение? А, не, надо было сделать кнопку. Еще какой-то дом. А? 12-й? Не знаю. Я вставил. Я просто раз в него забежал. Заднего двора вроде. Втянул. Надо везде максимально свет подключать, чтобы уже его он пришел. Сейчас надо этот побегать по лесу, поискать Виндиго. Вау, круто, я нашел черную стену. Ну, невидимую стену. For sale.
Это опять о одном? Ладно, я по дороге пошел. Что ты делаешь, кот? Что ты чудишь? Зачем ты рвешь это? Что ты делаешь? Вот и сделал, нет. Все. F. Alt F4? Нет. Это дерьмо какое-то. Да нет, норм. Оно, в принципе, пострашнее Рейка, но такое. Да какой пострашнее Рейка? Мы даже не... Я... Ну, ты только видел это Винвига. Ну, он, типа, не страшный. Но он... Тут именно карта пострашнее будет. Да нет. И звуки будут. Звуки я, кстати, абсолютно не слышу, потому что... Тут хотя бы можно закрывать двери даже. Ходит где-то дуралей. Вода. Она пошел отсюда, наверное, леньки. Опа, капкан хороший. Тут даже капкан есть. Быстро. Отстань от меня. Иди гуляй. Ой, да иди в баню. Я в третьем. Капец. Ловушечка. Капец, страшный режим вообще прям. Ну да. Ой. Ой, F. В смысле ты его забрал, дурачок? Ну прям реально страшный, прям. Ой. В за Рейке даже страшнее просто увидеть Рейка и все. Ну да, ну там просто кричит своим пищавым голосом. Поганский. Ребенок вонючий. А у чё, у Рейка переходной возраст? Где ауты? Ауй, капец, это тупой. Вау. Здесь можно хотя бы в домах прятаться. Да нет. Вот, третий дом. В смысле? А, фух, это всё стамина. Надо каких-то аутануть. Ну! Чё ты пьёшь кофе, дурача? Где я? Где я? О, на церковь надо пойти. Блин. А кто я? А ты где? Ты кто? В лобби. Home. Back to home. Да, я понял. Вот это выживание в колонии, что мы играли, там, где мы слились. Копать надо. Ну, можно. Можно попробовать, ну, каточку еще одну лупануть. А лупануть? Дальше мышку Фредди надо идти. Так, ну надо лупануть еще одну печеньку. Какая печенька? Не-не-не. Это запрещено. Пахаю. Пошли. Нет, ой. Нет, иди, фу, гадость. Иди. Я успел. Где убежать? Капитан, я капитан. Ну, втянул. Я что, танк не закрыл? Слот, новый мир? Да, давай новый мир. Ух, как же пёрнул. Нормальный. Давай, прогружайся быстрее, дурачё. Давай на горе, да? на горе. Не-не-не. Иди в сраку. Да не, ты не леньки. Гуляй. Ну чё он устроить не может, где мне ню моё стройки? Ладно, я пошёл работать. Иди. Да, давай. 200 баксов надо, ладно. Да ну что это такое, бери же. О, радость. Анна пошёл пахать.
Просто там, где если мы на горе будем, нужно будет постоянно бегать вниз. Может, ты тогда 3 года и шел, потом далеко ушел. Так мы тут сразу копать можем. Да не пофиг. Как я слились из-за этого, в смысле? Я на гору вообще-то пошел копать. Так нельзя там копать. Чё так? Аут? Ну вроде как нельзя. А, не, возьми. Наверное, можно, потому что такая. Подожди. Ну да. Опа, камушек, я пошел. А мы тогда на песочной были. Так мы тогда тут окопы выстроим и будем в окопах стрелять. Капец. Ну что это? Пусть Пашка по ней видос заснимет. Ну, кстати, реально, я бы с Пашей бы поиграл. Конечно, им... Мне кажется, и чё он починить не может? Мне кажется, ему объяснять это полгода просто. Ну, лет 100. А как тут... А чё он не чинит? Да, Дэн, вот так вот берешь и все, обучать тебя надо всему. Так он не мог чинить, ты дурачья. Да ты аут просто не можешь, тупизна. Ребенок. О, не-не-не, ты так со старшим не разговариваешь. Иди, ты когда сможешь за убийство отвечать, тогда и поговорим. Когда сможешь там дочку ходить. Иди гуляй. Вот я с Даноном могу. Взрослые. Да. Зато я это. Я молодое поколение, а вы пердуны старики. И мы можем карточку монобанки сделать. Это ладно. Это единственный плюс быть взрослым вообще. А за убийство отвечать? Нет, за убийство отвечать это гадость. Где, блядь? Не, норм. Ты теперь отвечаешь за убийство. И терроризм. Покушение на... Быстрее надо, короче, 200-ку накопить. Ну, точнее, у тебя уже давно есть, потому что ты не тратишь. Да. А, кстати, за зомби дают тоже. Но. Да. По глоку купи себе. Ну, покажем глок. Я могу 500 накопить, и у меня уже будет это. Не, минимум 800 копить надо на калаш. Чё ты не призываешь призывника? Чё ты не призываешь призывника? Да, и в будущем хватит. Вот, всё, надо калаш покупать. А за 500 дробаша с, или винтовки смысла нет. Только калаш. Да не, я буду. Надо ещё покупать всякие стрельцы, рекруты, медики. Дальше можно покупать себе новую кирку, там... Новую шахту. Ну, а, еще минуту. Да я еще не могу этот. А, реально, минуту можно пахать. Если у тебя есть лишние деньги, покупай какие-то обновления там. У меня много. Я, кстати, не могу на Е нажать. И... Новые таверы, чтобы можно было их. Как? Ставить. Я нажимаю на Е, оно не открывает. А что? Что должно открывать? Ну этот, как его? Фигню вот эту. Так на оно е. Вот тут должно быть. Дурачок? Вот, улучшение исследований. Не это, а этот. Я хочу купить же оружие, я не могу на Е нажать. Ну вот, это оно тут. Здесь? Где можешь покупать оружие? Да. Капец, сверху, я аут. Так, лишние, у меня есть лишние. А кого мне лучше брать, шотганер или рекрут? Или медик? Я думаю, лучше стрельца, потому что он попустнее с дробовиком, чем с пистолетом. А разница там меньше сотки. Все, прогресс. Как это все? Да. А, кстати, а я, возможно, устроить же не смогу, потому что ты сможешь. Да, реально. Чё так? Это херня просто. Ой, что это? Ну как это убрать? Так, короче, делаем как в Майнкрафте, подожди. А, не, все, я тоже его теперь могу устроить. Но у меня нет монет. Все как в Майнкрафте. Вот здесь вот получается меч. Нет, неправильно. Вот так вот. О, все. Как в Майнкрафте. Первая волна изи, ее можно и катан прикольно, мачете зовут. А шо за сенса? Сенса топ. Сенса топ. А эти твари оттуда будут идти? Нет. Я меткий кольт огонь я открываю.
Я крутой стрелок, победу выбиваю. Тут окоп бы построить, либо огромную стену китайскую. Можно и то, и то. Окоп славы. Китайский окоп. Тайванский. Так тайванский это... Вьетнамский окоп. А, ну вьетнамский. Так это надо ловушечки там такое. Сколько у тебя денег? Есть 125? 106. В смысле 6? 126? 106. Сейчас, подожди. А, накопи 125 и поставь стрельца. А я пока что позащищаю. А как его поставить? Берешь вот этот молоток железный, у которого еще такой синий плакат. Ага. Хотя все равно поставь. Хотя бы одного. Как его ставить? Третье выбираешь, а там потом... Вот, третье, а потом... Там, где копья внизу. Какую сраку третье? Я ни хера не понимаю. А, я... Ну, третье, там, где молоток. Да я понял. Я не то подумал. А вот это, получается, и вот... Ну, 125 стоит. Да. Так, ну всё, мы волну прошли. Я тоже сейчас одного поставлю, на всякий случай. Бонус. Вот на крышу его поставлю. Пусть защищает. Я его супер тупо поставил, но ладно. Ну, а пока что пашем, желательно нам бы на калаши накопить. Я выбираю деньги, зачем нам выжить. Да. А, о, 150 дали. Выжившие они тупые, они ничего не дают. Копать на шахте не могут. Могут, мы можем построить шахту и этот, чтобы они копали. А, ну, а если у тебя есть деньги, построить? А сколько она строит? Шаришь? То с чем-то вроде бы. Халява? Сейчас скажу. 150. А че я такой миллионер? Я буду копить уж на калаш, пока есть время. Так это дерево. Че? Это то? А, я деган, сори. Я сори, деган. А как его поставить, я не понимаю. А ты просто его выбираешь, а потом... Сейчас я даже не знаю, как сказать. Ну, короче, поставить на место... На место камня? Короче, поставь где-то... Ну, поставь где-то вот тут его. Они просто будут начнут бегать, потом, когда ты выживешь. Где мой молоточек шедевра? Я не могу... О, наконец-то смог. Подойди ближе. Нужно будет выживших на него накинуть вот тут. Да, нормально. Выбрать, назначить задание и тут поставить шахтера. Но у нас нет ни одного. А чё они к нам приходят? Они к нам в прошлый раз прибегали сами. Так это потому, что я выбирал. А, да? Выживший. Да. Это после окончания волны только можно. Так, надо за 3 минуты накопить еще 500. Я за 3 минуты себе сейчас на калаш. А, ты можешь ещё кирки покупать. Кирки ж покупать можно. Да. А поскольку? А где их покупать? Также, получается, в улучшениях там где оружие покупать. Оль, кстати, знаешь, а мы деганы. Там можно и броньку брать. Назар, мы тупейшие идиоты. Можно было вот этот стол, который ты поставил, можно было этот просто починить и все. Да нет, монтаж. А мы его и в прошлый раз тоже покупали. Они нормально пашут, стреляют по зомбакам, молодцы. Да я не могу с капслоком существовать. Нормально, уже 600 есть. О, к нам пришел, к нам, я же говорю, они приходят. А, ну так норм. Ну поставь туда, там хотя бы одного шахтера. Кого? Шахтера? Поставь там шахтера тогда. Угу, поставил. Иди работай. Полетел. А потом там еще можно прокачивать шахты, чтобы они лучше копали. Надо будет. Капец, тут монетки валяются, и даже не подбирают. Аут. Есть, есть, есть. Почти 800 уже халява. Если то, что прокачивал, все ж можно, а не смогу. Ладно, пофиг. Ладно, пока что я с калашом буду на следующей
Ой, следующая и волня. Завтра днем туда тоже будет ваша. Да. А завтра. Все, есть на. Хотя нет, стоп, я лучше накоплю тогда себе еще и там на нового стрельца, например. А, у нас еще минута, нормально. Денюшки, денюшки пашут. А почему я не негр? Стой, блин, мне надо этот скин черный. Этот, для этой игры. Я буду черным ходить в этой игре. А, кстати, она, а эти... А шахтеры домой ночью пойдут или нет? Или они тупые? А я не знаю. Сейчас проверим. Я вроде нет, вроде будет пахать. Так их убьют. Пойдут, я не помню. Ну, должны пойти. Он пахает. Оп. Капец, здесь, конечно, я нормально накопал. Так, теперь качаем оружие себе калашек. Так, я какие-то исследования... А какие исследования можно сделать? Я бы шахту, может быть, улучшил. А лучше на кирку накопить себе. Я уже одну сделал, ну, на 700 второе прокачивание. Я хочу, может, шахту прокачать назад? Ну, броньку еще можешь покупать, она тут стоит. А где? Чуть, ну, броня. Там, исследование, оружие, броня. А, я нашел. Да нафиг надо. Огнемет. Нормально. А, блин, а она может... Ой. А, да, шахтер домой пошел. Ой, вроде. Какой же калаш приятный, у меня купил миллиард было. А где наши шотганнеры? Что ты стоишь? Поставили. Ну он, да, он просто. Я вот этого поставил еще одну. Оно... Я случайно прокачал его. Ай, какой же я тупой. 145, бро. Да? Ну... О, капец, они далеко скрылись взаимодействовать. Короче, пойду. Стреляй по этим, я пошел копать. А, давай. Защищай. Нашу родину. Защищай, матушку родину нашу! Да с калашом это изи. Вторая волна. Да что у меня по двери бьет кого-то? Денис. Да. Серёжа! Серый! Кто это? Кто здесь? Что-то синенькое выпало. Ой, а нам, кстати, не надо пополнить хлеб случай. Что такое? Не надо. Я бы вот это вообще смог. 168. Блин, норм все равно. Ладно, давай я на шахту накоплю на вторую. Что? А, нет. О. Все, пошли. Ай! Ты че сюда пришел? Я кого переместил, он теперь подыкает. Как он так быстро столько урона нанес? Пока я. Это ты ничей просто. NPC лучше, чем ты, завидный. Молча. Пока его строил, он уже успел наломать. О, да, ну я выбираю, шоу выжившего выбирать. Ну я оденусь. Я оденусь. Пусть он тоже на шахте будет пахать. Да, поставь. Я, кстати, шахту прокачаю сейчас. И все вообще кайф. Я буду себя копить на прокачку. Ой, а кто ты? Ты кто? А, ты зомби. Ты кто? Я аут, я их случайно прокачал. Fire Raid. Ну, половики сейчас даун должен прийти, ты слышишь его. No more. Что, деган? Так, ну, вкопать в шахту. А какой даун? Какой даун должен прийти? Ну вот этот житель. Ну раб, короче. Рабочая сила. Бесплатная. А. Хотя они хлеб едят, так что не особо бесплатно. А где нам хлеб брать? А сколько стоит прокачка кирки? 400? Да. Сейчас следующая 700. Да, да, я знаю. Ой, что такое? Better, more durable spikes. Зачем нам спайки, вопрос? А, завершено. А, я тут. Это все. Сразу же качать. А это всем надо? Я типа всем прокачу, да? А, да, реально. Сигма. Это круто. Я 700 буду копить. Да. А ты на что сейчас копишь? О, я не знаю, я просто добываю что-то. А, на калаш накопи себе. Да нафиг надо. Это самое важное просто. Ладно.
Блин, кстати, майнинг спид это прикольно. Я, кстати, хочу до выжившего. Потом уже накопить. Потом уже накопить на. Стоп. А, на новых этих челиков стреляться там на огнемета, на миномет. Надо, надо. А сколько калаш стоит? 800? 800, да. Ну. Если нас память от этих челиков, ну таких нормальных, я думаю, они прям хорошо будут защищать. Особенно каких-то там минометов прокачать. И надо будет медика еще поставить ему бонус. Ну да, медик норм будет. Хотя лучше строить. Стоп, ну да. Да что это за крипера звуки? О, выживший пришел. Еще один сразу же пришел. Я тогда одного на строителя кинул, одного в шахту. Ага. Так, строитель. И еще хохол. Ты где? Пиалу. О. Я? А ты не тебе этому выживший. Так, тоже еще одна рапсила. Пойдешь на шахту. А, капец, шахтеров только. Шо? А, не ладно. Капец, поприходило. Реально? Ну, 5 из 5 уже, мы больше не можем. Уходите отсюда. Все, ливайте. А нам надо. Шахтер только один. Реально? Да, потому что я ж поставил. Мы троих поставили вот этих вояк. Ага. Так надо базу тогда прокачать. У меня, кстати, уже есть 800. А... Кто ты? Что это? Что там? А, ты трейдер или вот зомби? О, да стой же, дурале. Да что? Трейдер, остановись. Ты... А мы не можем ни хрена купить, мы будем же. Реально? Да, у меня всего 7 этих черепков. А тут только максимум можно калаш купить. Зачем надо? Или вот... 25. Можно машину купить, хаммер себе просто. Так я себе калаш. А почему я не пашу? Да ты нищ. Я не пашу. Так. Ну я, короче, себе калаш взял. Так, на что мне копить? Я тебе определиться. Так. Я думаю... Здесь. Я думаю, кстати, можно прокачать базу. Эту, и поставить и... пахать. Стоп, в смысле? Я же его удалил. А, так пахать. Прокачать базу всего лишь 170 бро, это мало. А, да, качать. Ну, удалить. Ой, капец, теперь быстро удалить. Копается, вообще кайф. Да, но он, короче, будет смотреть вместо того, чтобы играть. Ну, это по сути дела. Шахтеры. Шахтеры, кстати, нормально пашут. Ну, чуточку раз в год зарабатываю. Я не знаю, что я сделал. Ой, нет. Идут. Ты дробаш купил? Нет, я калаш купил. А чё он тогда так стреляет? А, это вот этот. Чел просто с дробашом. Да. И плюс я не стреляю. Да шахтеры копают, что, Дэганы? Чё ты копаешь? Капец их идёт уже. Отстрелись лучше со мной. Да? Потому что их тут прям много. Чё, Дэган? Вот эти прям дробовики нехорошо наносят. Каждый... Надо все-таки будет скачать. Кого? Каких-то новых. Ну, новых челиков там всяких. Огнеметов. Не, можно. И их еще, кстати, можно прокачивать, если что, если ты не знал. Ну да, я видел. Я думаю, это не самое умное действие, лучше... А, ну хотя да, точно. Мы же не можем очень много людей ставить. Только именно каких-то пару штук. Так, на что можно еще накопить? Где еще прокачивать базу? Где еще? Я хочу прокачать базу, ну, нормально. Ну, качай либо улучшение уже тогда, наверное. Какие? Либо это, броньку себе купи. Да, я, нафиг надо. Какую? Если их идет. Как получать еду? У нас нету еды, у нас, ну, у нас фермеров есть... Фермеров нужно. Да? Фермеров нужно. А где? Как брать? Нужны лишние жители, у нас такого нет. Так я же хочу прокачать базу, чтобы у нас появилось место для людей и фермера. Качай. О, какой же уже 550, ты поздно халял. Хотя у меня было всего один. Это вкусненько так. Um,
Где прокачивать базу? Я прокачал базу за 170 и все, я не могу найти. Как там еще больше людей? Вот, кровать нужно покупать просто. Да? Да, вот видишь, смотри, так нам... сколько мест появилось. О, так нам надо этот... как его? Ну, забаррикадировать его, получается. Да, да, я же... Ну, ты строй за этим занимайся, мне лень. Не. Ну, короче, тогда копи на улучшение. У меня мышка пропала. Это капец, у меня только что в капслоке двигалась мышка. Тяжело уже с аутизмом. Лучше, чтобы деньги были сразу, ну, типа, на двоих копились. Ну, вообще, да. Это было бы удобнее. Потому что так. я как отец семьи пахаю на шахте. Я, в смысле, я строю. У меня сейчас деньги закончатся. А, не, еще. Ну, шахтер, копаешь, ты стоишь, дурачок. Ну где? Я в пещеру выкопался. Где эта пещера? Ой, что это? Током бьет. Капец пашет. Миллионы можно зарабатывать просто. Кто? Так, я нашел нам этого выжившего. Он под землей. А, о, тут их два бегает. Сейчас пахаю. Я призвал. Да куда ты убил? А все, он, короче, тупо на небо взлетит. А как мне отсюда выбраться? А челик тут, короче, на небо взлетел. Что? Я его еле как-то достал так. Да у нас здесь челик под землей. Призови его хоть куда-то. Ферма? А, нам нужно ферму еще где-то достать. Как ее достать? Строителя я так бы поставил, и поставил бы еще какого-то дополнительного челика, чтобы он нам охранял базу. Да я где-то в пещере просто, не знаю. Пытаюсь докопаться. Сетнуться, это ничего страшного не будет. Реально? Ну, вроде да. А, не, нормально, нормально. Я нашел мой выход. Ой, хорошее местечко сразу нашел я. Ну, дурачок. Ой, стой. Работайте, негры. Что они вообще делают у меня? В смысле? 140. А, я думал, где там стрельбы, конечно. У меня, кстати, такое чувство, то, что мы ауты, и... У меня, кстати, денег 14.48. Мне кажется, у меня чувство такое, мы ауты, и надо было поставить их на камень. А не просто... Или нормально? Так они сами прокопают, они же зарабатывают деньги. Они же сами потом прокопаются просто. Мне они ничего не дают. А мне дают. Тварь. Да ну ладно, ничего. Я все деньги вкладываю правильно, видишь? А кого мне прокачать? Что мне прокачать? О, Survivor. Кого а прокачать? Что тебе надо? Ну, из 1040... Ой, 1440. Вообще можно... Как? О, чекай, тут пулемет. А ну, качни вот этого рекрута. Рекрута и снайпера. Хорошо. Сразу же. Ну и, кстати, уже сейчас ночь. Вот чекай, там дальше идет пулемет, а дальше миномет. И там еще и мина идет. Нормально. Так, ну качай. Качнем сразу все, будем просто миллиарды зарабатывать. Ну, кстати, можно было вот этого огнетушителя. Ой. Да не, он говно, у него тут просто этот радиус маленький. Прокачать можно. Лучше снайпера вкачать. Ну вот, я снайпер. Снайпер сделал. Что мне идти работать? И что, сколько там осталось до этого минометчика? Денег. Это... Мортар? Вот это мортар? Или ну что? Да. Ну там, короче, минометчик видно сразу, что он стоит с херня. А чё, я не могу на него нажать. А у тебя, может, денег не хватает? Мне хватает. О, я только что на него нажал и убрал. Ау. Всё. Три и осталось. Да это какая-то артиллерия. В смысле? Походу, может, пулемет купил просто сейчас?
Нет, я да, правильно. ты пулемет взял. Или стоп, я не понимаю. Ну, мортарс вот этот, справа. Минометчик. Ну, правильно я взял? Да? А он не вкачан. Я его вкачал. Не-не, там он не вкачан. Да где ты здесь видишь минометчик, а здесь только какой-то артиллерист едет. Так он минометчик, у него вот этот, такая пушечка. Ну, ну, я его вкачал. Ой, а чё их так много? Ну, он что-то не вкачан. Я вкачал. Я вкачал. Так он у тебя серый либо зеленый? Зеленый. Я его вкачал, говорю. Деньги даже потратил. А чё их так много? А потому что. Мне кажется, нам надо еще оборону чуть-чуть сделать. Ну да. Ну сейчас да, эту ночь попробуем пережить. Попробуем. Капец, у них день сыпется. Я в соло, короче, вроде дней 10 пережил. Или, ну, плюс-минус пока же. Ну, нормально. Я не помню, как я просто вроде с калашом бегался. Ну, типа, мне кажется... Это всё? Что? Изи. А, ладно. О, у меня 666 денег. У меня 800. Можно поставить снайпера? Ой, можно, я могу на турельку накопить. Я тоже. Делаем. Ставь снайпера. Я пошел турельку. У нас там, кстати, есть выживший из пещеры. Да, накопи на турельку тогда, а я сейчас пока что поставлю минометчика еще. Короче, я полетел. Капец, она теперь быстро. Там еще мина какая-то прикольная. Ой, хорош такой стоит. 360. И снайпера еще купил. Что ты снайпер, сколько стоит? Что ты ни хрена себе обнаглел? Сколько? Да ну много хочет от себя. Сколько? Много денег. По кого брать? Ну я выжил что? Шам? Я деньги возьму, по факту. А... Еще нужна была... У меня NPC теперь, это, ну, точнее, я теперь сам хожу, просто ломаю. Ну, я сейчас... Я не могу выбраться теперь. Сейчас. Ты... Я просто... Это пипец. Я не знаю, как... А, нет, все, остановил. О, капец, они копают. Полетели, шо вы? А, вот, смотри, с мешочком. Там вообще нужно подустроить еще сильнее все, ну ладно. Там нужно как минимум построить хорошую эту защиту вокруг из... Дерево. Да. Все, этот, я прогрессирую машинку. Турельку. Ага. Капец, у нас кровати просто. Потому что она безопасно, ее так не поломают. Самый продвинутый блокпост Америки. Вообще он крутой, он. Это. Обороняемся в другом случае. Этот, знаешь, блокпост, короче, вот туда, в сторону Днепропетровской области. Ну, в ту сторону, короче. И вот там блокпост, когда ты вот эту на вершину выезжаешь, и там вот он просто стоит, и все, там никогда никого нету. Вот это такой же. Ну, так как на каровку ехать, там тоже блокпост уже давно пустой. Да. Ну, капец, у нас здесь эта артиллерия просто шедевр стоит. Ну, пофиг на гравитацию. Какая? Которую ты поставил пулемет? Ну, не, пулемет... Я, кстати, не знаю, сколько пулеметчик стоит. Для которую я поставил там наверху. Которую ты поставил, да. А сколько стоит? Ну да, она прикольненько выглядит, она еще так... $1000! Мята... Что ты бегаешь здесь, черный? Сурвайвер. О, всё. Ставь его. Пусть да. А куда? Куда ставить? Вообще, можно его поставить либо в какой-то еще один пулеметчик, ой, минометчик. Или поставь его тогда, хотя на шахту или нет. Ну, я поставил на шахту. Я, короче, что мне теперь делать? Где ставить фермы? Где фермы делать? Где фермы? Где фермы делать? Что ты надел? На кровать. Что это такое? Так оно тогда выгодно. Тебе и не поломают ее. Я, короче, накоплю на вторую шахту. Я полетел. Нормально. А ферма это вот это за 400. Где? А ну, помогай починить мне. Кого? Где ты ее там нашел?
Так она, короче, там просто стена из Майнкрафта. Реально. Я не видел. Так, давай фермера поставим. Сейчас... Ну да, надо хотя бы одного фермера поставить, пусть Паша. Вместо строителя фермера. Да не строителя, а майнера, ну ладно. Ой, ну я не строитель, строителей так нет, я как раз за майнера просто. Я бы себе вообще... А, где мои деньги? Ну ладно. Нет, у тебя денег. Бля, нищий. Нищетой воняет. Нормально, у меня просто я купил американский шлем. НАТО подарил. Кто тебе подарил? Джо Байден. Ага, мне показалось НАТО. Вообще, я сказал НАТО сначала. А, НАТО. Мне чуть другое поставь. Ну тут это... Как оно называется? Короче, подарили просто. На день рождения. Короче, это, подари. Да ну капец, здесь я нору уже раскопал. А, я дурачье! Быстрее! Надо застраивать все здесь. Папа, все, давай, есть. Ой, выживальщик, ты тут стоишь, не пахать. Не пахать, что ты? Я исследовал фигню, то, что мы можем строить свои деревья. Это нормально. Нормально. О, пахать теперь будет. И пахать куда его можно поставить вообще? Ладно, пока что будет шахтер, потом тоже можно его поставить на какую-то оружку. Ой, что это такое? Посмотри на эти, на место зомбаков. Там просто какая-то артиллерия. А, нет, это карта, просто тогда. А, реально. Стреляй по ней. Все, поломали, поломали. Ездили. Вторую, вторую. Капец, минометчики фигачат. Арта корни. А, минометчик закинул зомби. Он, короче, прям к нам в хату. Минометчик даун. Чё? Блин, кстати, с зомбаков... Капец, артиллерия а хорошо работает. Херать. А, что это? Да ну иди ж ты нахер. Мне интересно, почему весь доход, который вот они убивают, и тебе он, получается, идет? Потому что я самый главный. Да ну иди ж ты, гуляй. Ай, да, а кто по мне? Мне наносит урон воздух. Мне тоже. Или меня копьями может пихать. Копьями, копьями. Да-да. Ай-ай-ай, я сейчас умру. Надо отхилиться. Ну минометчик прям вкусно дает. Как отхилиться? Капец, денег дали. А, все, я нашел, как отхилиться. Я бы вот этих всех дробовиков бы просто посносил бы. Всяких дробовичков. Зачем? Нахрен они нам нужны. Так лучше нафигачим всяких крутых челиков. А, кстати, я могу поставить эту фигню под названием... Турель? Да. Ставить? Да ставь, пожалуйста. А куда? Кошарина стоит, ни хера себе. Да. Давай я еще одну возвышенность, короче, сделаю, типа, и... Ну да-да. И на эту я поставлю, а ты на другую поставь. Можно, конечно, минометчиков поставить? А, та не лень. Ой-ой-ой. Надо вообще медиков поставить хоть какого-то. Зачем? Хоть одного пусть бегает. Ну, давай его исследуем. Да, исследуем, если в случае. Опять я не могу нажать, вот. Я, кстати, могу мины за два. Ну, зачем нам мины? Нам надо, мне кажется, еще это челиксов это, для фермы. Ну да. Хотя что там, там медика исследуй, а мины. Я исследовал. Это может в будущем, когда будет прям очень много людей. Ну да. Лучше медика исследуй пока что. Да я уже. А... Давай это. А где там этих челиков идем нанимать? Я просто выбрал этот Сурвайвера и не знаю, где он теперь. Не знаю. В жопе? Медик, что ты можешь ходить, дурача? Ну и что ты стоишь? А, бегут два хохла. Где? Кто? Я о, нормально. Будете работать за копейки. За хлеб, точнее. Так зато они выживут. Нормально. Ну, это не точно. Это не точно. Реально.
Поставь на ферму, потому что у нас как-то ну, в минус все равно идет. Ой, капец, здесь майнеры этот работают. Может, ферму качнуть надо? Давай. В исследование. И еще я бы хотел... А, что я хотел? Ну, короче, качни ферму в исследование. Я не могу найти ферму. Я или тупой, или я не знаю, где. Сейчас... А что медик будет делать? У нас будет хилять либо кого-то еще. Ну, по сути, нас, походу. Где эта ферма? Я не могу найти. Вот, исследование. Исследование. А реально фермы нету. Где ты, юношка? Ну, даже ёлку исследовал. Ну, я какие-то, этот... свои деревья ставить. Не знаю, зачем это надо. Ой, я исследовал вроде какой-то более крутой блок, а не фанеру. Типа дерево уже. Что такое? Recruit survival for you, take it. Кстати, можно за 400 поставить фигню, чтобы этот нанимать челиксов. А, давай. А ну, кстати, давай сейчас застроим просто все вот это камнем, типа или что-то таком сохранить. Строй, не лень. Так нет, в смысле, давай, они стоят 15 баксов и еще тышка. На чтоб сразу вдвоем строили, чтобы мы успели очень много строить. Я на шахте работаю. Да какая шахта? Надо больше. Копы строить вообще. Чтобы они падали. Ну, убираешь его и строишь. Я за 2 секунды покопал, у меня уже 1000. Почему нельзя было на Ctrl поставить? Или вообще капслок не добавлять? Вот, угонять. Что я хотел сделать? А, все вспомнил. Ой, опять старость, не радость. Боже, какой же я старый пердун. А, давай я дерево по фану поставлю. Вот здесь. Ну, кстати, полезно. Мне кажется, в скором времени надо будет мину исследовать. А, ну, походу, да, потому что их что-то многовато. Песенка такая. Такая, сурвайверская. Старт воркинг. Так, рекруйте. Надо себе купить броньку. Давай, призывай. Ищи призывников. Да я поставил челикс, он ищет призывников, он ищет. Тупо оружие, кстати. А, ты... ну, надо же еще качать, наверное, для челикса, знаешь, кого? А, кстати, 5000 баксов, давай накопим. А, так, стой, турельку надо контролировать. Это имба. Реально? Да. Я думал, она сама будет. Ой, там босс, что? Кстати, какой-то идет. И по нам стреляют. По нам какие-то гады настреливают. Ой, по нам какие-то гады настреливают. Они же, возможно, в будущем еще даже на машинах будут ехать. Капец. Сколько их там идет? Бро, нам надо мины. Да, нам надо мины супер срочно. Ну как же неудобно стрелять на этом миномете? Ну типа на нем только деньги стали. Да не, нормально, я стреляю. За 5к можно? За 5к можно накопить, короче, на просто гранатомет. Нормально. Я хочу на 5к накопить. Ну не, лучше еще парочку артиллерии поставить. И мин. Ну да, но... Ну да, он же всего один здесь стоит. Надо хотя бы, чтобы тут пять значит. Ну да, сейчас уже точно. Бро! Ай, вылезли? Опять. Настрели. А, копы падают, реально. Настреливаю. Все. Капец, их лезет. Капец, они спавнятся прям. Вообще. Они реально в окопы падают. Гранатомет, нам же хапу разбивает. Реально? Да.
Мы выжили. Капец, уже 3 капочки у меня. У меня 4. Ой, сейчас надо... Сейчас 5 как убить, я там заметую. Ну, кстати, не знаю. Потому что мне кажется, это намного круче. А, я продам просто еще свою. Бро, там столько этих челиков идет. Кстати, честно говоря, это фигня, которую я вот эту купил. Она очень полезная. Какая? Ну, вот эта машина. Какая машина? Ну, машинган. Ну, пулемет. Да-да. Я просто забыл. Ну, ой, там зомби идет. Ой, там этот босс. У них еще эти... Вот, и медик для этого и нужен, он будет стрелять. Да-да, медики очень нужны. Надо, короче, а теперь... Что? Где мышка? А, у меня мышка пропала. Чао. А, потому что я за пулеметом был просто. Ты тоже... А, ты еще один пулемет поставил. Ну, кстати, пулемет, он, во-первых... Он, во-первых... Впервые тебя даже поставил. Ага. Он, во-первых, кривой чуть-чуть, он у него, короче, чуть-чуть... Ещё у сенса какая-то плохая. Да, такая. А, чтобы гранатомёт купить, нужно тратить 5000. Ой, 180 робоксов. Я думал, это либо 180 робоксов, а, гуляй. А, это лютейшая херня. Только, может, если покупать этот... Я хочу по фану, короче, этот, попробовать исследовать этих челиксов, которые... Огнемёт? Да. А что? Я мины исследовал. А, ладно. А, вот это еще построить. Надо починить эту нам. Было почти поломали. Каждый. Так, и я хочу. А, мина всего 200 стоит, кстати. А, ну блин. Ну реально выгодно. Так, кого еще нам надо поставить? Мне кажется, нам надо поставить. Я еще поставил 3 вот этих минометчика. Нормально. Еще одного надо. Теперь 4 у нас. Кайф. А, надо морситизм. Понял. Все. Что ты дуралей? Думал, что будешь... Нет, ты будешь минометчиком у нас. Ты думал, будешь на ферме пахать? Да фиг тебе. Ты вот, что, кстати, дуралей тут стоишь? Ферма нормально приносит. Ферма нормально. Медик, паши. А, кстати, нам я надо... Нам надо этот еще понастраивать. Медиков? Нет, кровати. А где кровати? Не. Да. Мы, кстати, уходим в плюс по вот этому. По Борошну? Шедевра. Борошну? Да. Да-да. Все, вот этот. Куда ты побежал? Стой, Дэн. Да иди, блядь. А ну надо сейчас одного, хотя бы еще одного медика. Да иди сюда, призывный. Челика найти. И медиком его сделать. Так, я еще одного нашел. Давай, сейчас это медика поставлю. Капец, здесь арты просто. Сейчас все будет, пусть медики стоят. Не медики. Да. Хотя нет, пусть 2 медика будет. А вот тут мы поставим еще арту одну. Я, кстати, этот... Возможно, вот такие вот штуки. И я пойду еще мин наставлю. Что такое? Вот это. Полез? Поставь тоже мин, может, они прям будет хорошо помогать. Нет, это говно, оно же самое дешевое. Я могу их вот так вот ходить. Капец, их пан. Это, конечно, им 3. Капец, ты окопы сделал здесь. Так они прям падали в них хорошо. Ой, ладно, не надо разломать. Дальше раскапывать. Да-да. Это реально Первая мировая? Это как в Первой мировой этот сражались? Немцы. Да, просто в окопах сидели по 1.5 часа. Ну, точнее, по 84 года. Строили кирочки. А может быть, реально во Второй мировой тоже, короче, от зомби оборонялись? Ой, в Первой. И просто вот так вот понастраивали себе там миллионы. Да, во Второй тоже. Немцы оборонялись от зомби. Не, не было окопов именно таких. Стой. А, это ну что это? Капец, и мины светятся. Реально? Их там тупо минное поле. Нормально. Только минусы будут. Так, вот надо... каменные шипы, а ты какие ставил? Деревянные? Да, каменные. Самые первые. А, и надо было каменные шипы. Просто да. Так, все, на готовность. Сэр, да, сэр. Все, на готовность.
Она еще кривая у меня, не посередине, и меня это так бесит. Все, есть. Заготов. А если по себе? Ё-моё, запрыгни, дурачи. Как же меня это так бесит? Она, короче, не посередине, получается, идет. А, которая... Ой, капец. Ой, капец, гады. Разламываем. Капец, минометчики херачат. Капец. Это их... На минах взрываются. А что они такие сильные стали? А, капец, я упал. Сейчас просто погибну. Три. Ой. Капец, ломаю. Реально? Ой, они, кстати, там идут. Что происходит? Нам надо этот сносить фигни, которые прилетают. Сносим, сносим. Потому что они прям самые больше рушат. Я полетел. Есть. Все. Все. Сломали. Можно, короче, миномет, ой, это огнемет вообще поставить вблизи, чтобы они расправлялись. Да, 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 согласен. Надо в окопах и туда поставить, перед окопами. И поставить туда эти. Туда. Вот эти шипы. Ну что это? Я так говняно поставил этот миномет. Ой, миномет. Хорошо. Все, вальнули дураков. Но нормально. Мины прям хорошо помогли, не зря я сделал. Так. Ой, капец, опять начинает прилетать. Это Бахмут? Это Бахмут? Это Бахмут? Это Бахмут? Это Авдеевка или Бахмут? Это Хомутовка. Это что ночью происходит? Есть, выжили. Кстати, две мины еще. Выжили? Нормально. Фух, это было тяжело. Ну, нет, это не было тяжело. А что, волна не закончилась? Где-то зомбик есть. Не, закончилась. Видишь, наверх посмотри, волна 7. Да вон эта тварь стоит. Начаться время. Ты стоишь? Или ты не стоишь? Стоишь. Вот все, ты его убил. А, ты дуралей! Чё? Мы могли бы сейчас, короче, просто пахать, зарабатывать деньги и, типа, даже... дальше ничего не случалось. Нет, случалось бы, что просто... Если ты его не убил, мы бы просто дальше пахали. Да нет. Я, короче, еще кроватик чуть-чуть понаспавню. Чуточку. Надо, короче, башни делать. А, ну, да, надо ставь и попробуй поставить что-нибудь. Оп. Оп. Потому что я одного поставил только. Да я не могу забраться. Надо. Так, бонус. Так, надо, короче, мини-лестницу делать. За 1100. Так, на всех минометчиков качнуть. Да, правильно. Это дуралей. Я хочу тебя качнуть. Верни в шлемах. Нам надо мобилизировать. Мобилизируем! Да, давай. Где мобилизация? А, вон твари идут две. Поищи их, я пока что попаху. Ой, попашу здесь, еще окопы построю. Так. Заработаешь, а поставить еще одних огнеметчиков. Так, я еще одного поставил. У нас еще есть. Вообще, если нормально построить стены, то можно будет вообще хорошо. Да-да. Здесь поставить. Но нет, это слишком. Так нужно прокачать просто блоки и поставить какие-то очень крутые. Эй, не ломай мое ограждение. Ты даже без брони. Брали? Зачем она мне? Она дает много чего. Да нет, 30 хп это как-то. Как она стоит копейки? Нет. Так, я, короче, все подготавливаю для этих. Если что, мины поставь, то у меня денег не особо. У меня денег нормально. Ну, блин, ну теперь даже, по сути дела, в шахте ничего делать, потому что...
Не, вообще нормально в шахте приносит. Вообще, если еще поставить новых шахтеров. Мне они деньги не дают, иди гуляй. Так мне. А я хату обстроила. А, все, у меня денег нет. Куда так небольшом таком расстоянии? Да? У меня денег просто мало. Какая-то. Ты взорвался? Да. Ну, она мне половину хп снесла. А если... Вот что, я не хочу туда идти. У меня нету брони, я ничей. А все, у меня денег нету. Ничей. За этого надо вглубь. Надо вглубь. Ой, капец, ты здесь этот пропускаешь вкусняшек. Так, надо еще. Еще новых шахтеров, чтобы поставить. Да. Надо будет в следующий, этот, в следующий день. Два сурвайвера. Да? Так, работаем, работаем. Так, уже, кстати, волна сейчас будет. Что? Ноль фермеров. Ой, ноль шахтеров. А чё так? А походу их всех мобилизировал я. Ой. Что-то больше всего. Так, не, есть. Не, есть, нормально, один. Я одного поставил, я только что его поставил. Все мобилизировали. А чё оно так считается? Это надо рассчитывать. Или может их убили, хотя чё их убили тогда? У нас бы жителей было меньше. Они же домой идут. Да. Их, они вообще да. Не видны. Чё их трогать? Надо было их... Ну короче, сейчас, когда появятся новые фиги, надо хотя бы там штук 5 тупо, чтобы шахтеров было, они хорошо фармят. Так, садимся за свои пулеметы. Да, ну, я вообще ничего не так вижу. Также мины кормят, также мины помогают. Так, ломай. Арту, арту ломай. Партия, партия настреливаем. Пошли огнеметчики. Так, надо по этому. Опять арта? А, нет. Идет вот этот. Ой, надо. Да. Ой, хорошо. Ой, по вот этим тварям надо. Кстати, они вот до вот этих ограждений ни разу не подошли. Я подумал, что ты мину дофига наложил. Ты шо, все? Да ну кто это там взрывается? Ну да. Фу, вообще ты как-то... Так, что тебе вкачать? О, да, где можно точно? Мне так люто вот деньги уходят на этих огнеметчиков. Что происходит? Ой, и не только на огнеметчика, на всех просто. Я их всех качаю. В смысле? Требует больше денег. 700... Чуть надо. Какие смыслы требуют больше денег? Я взяну. И это требует больше денег. У меня 800 баксов. Ой, опять где-то там челик. А пусть так лучше будет. Он сам из шопера. Ай. А его арта доберет. Да, помимо, пока поэтому не убиваю лучше. В смысле требует больше денег? Я, кстати, этого тоже не понимаю, то что типа ты иногда не можешь. Да ну в смысле? Требует больше денег. Ой, капец у них fire rate, кстати, маленький. А как прокачать fire rate? Короче, иди нахер. Как будет больше денег? Требует. Survivor? Кстати, мне кажется, чем надо больше. Короче, чем больше людей, тем. Надо побольше людей, чтобы они. Капец, они шахту хорошенькую тебе копают. Да. Вкусненько. Так кто у нас есть лишнее? Можно одного медика слить вообще. Да не. Ну нереально помогает. А, дробовичок есть лишний. Дробовичочек. Ам-ам. Иди. Ты будешь у меня на шахте работать.
Ну там два челикса идут, это должны прийти. Еще. Все, они все будут на шахте работать. У нас и так слишком хорошая. А, есть еще вот этот. Снайпер. Снайпера лучше слить. Нахрен он нужен. Кстати, надо. Так, снайпер, может, умирать будешь? Что у нас еще есть? Что можно еще? Ладно, давай я на всякий случай броню возьму, потому что они сейчас начинают прям артиллерией своей поганой. Ай, на минометчика нужно побольше денег. Ну ладно. Качать нужно челик. Я только там троих качну минометчиков. Качать? Ну блин, ну. Можно, можно. Потому что там одного минометчика самая дешевая 1000 с чем-то стоит. 1050. Нормально. Да. Что ты по мне стреляешь? Вот, рейдер идет. Какие же медики тупые? Я их ненавижу. Но они вроде сами по себе просто хиляют. Как... Меня они хиляли. Шо, рейдер? И... А, ой, капец, я экипированный. Что, мам? Там есть, ты не хочешь? А ты будешь качаться? Ну, в смысле, не хватает денег. У меня вот 1076, 1050 долларов надо. И не качается. Гуляй. Иди, гуляй, просто. А на шахту кто-то идет? А пулеметчиков надо? Пулеметчиков, ну, не знаю, вроде нам. Ой, на шахту могут идти. Нормально. 4 шахтера, ну пока что норм. Ага. Огнеметчиков, я думаю, побольше, ну ладно. Давай попасть. Я вообще кровати чуть больше. Вон идет. Выживший. Ты хочешь стать огнеметчиком? Я вижу. Я вижу, ты прирожденный огнеметчик. Да, да. У него даже какой-то был баллон. У него типа рюкзак от баллона уже был огнеметчик. Он прям прирожден. Да. Я вижу тебя, как ты защищаешь потенциал. Орды. Да, потенциал. И как ты уничтожаешь орды газом своим. Ну, ты, конечно, не немец. Вот, в Первой мировой, ну, ладно. Миллионы зомбов. Дамба. Да что у нас здесь за дом? Я не могу. Я здесь по левой части не могу ходить. Здесь просто... копы. Там, короче, вообще нужно накупить новые. Кого? А, 1200 сразу же просит. Или от другой? Другой. А ты сколько просишь? И не хочет качаться. Идишь нахер. Идишь на... Я не понимаю, почему нельзя fire rate этот сделать. Ну, дальше. Чтобы они дольше, а далеко. Я качал. Я другими качну. Я не могу. А другим тоже сейчас не... Ну, короче, какая-то херня. Надо хоть мин накидать пока. У меня нету денег. У меня чуть-чуть есть. Но мины это просто самое важное. Надо их все равно подзабить. Они не мало. Да, надо хотя бы поставлять парочку тысяч. Да. Да ну что это? Я не знаю, я всех хапал. Я тоже. Но я чуточку только что заработал. У меня совсем. Ну, мин штук 5 я поставил. 3. 2, 1. Короче, нужно качнуть. Нам сейчас новые блоки более крепкие. Ой. И тупо зафигать. А что он так близко, не понял? Капец, там какой-то новый. Там еще босс. И капец, здесь арты много. Они мне сейчас стреляют. Ой, капец, кто-то по нам так жестко начал. У них там, походу, кто-то новенький. Ш- куда? Куда? Бро, там надо этого зомби, этого, главного, потому что это тварь. Одного минус. Он камнями кидает, он нам сносит пол всего. Есть минус, нормально. Там еще одна, прям вдали. Я не могу по ней попасть. Нормально. Все, поломалось. Да. Ой.
Куда они прилетают? Так нет. Вот эта фигня исчезает вроде. Реально? Да. Поломали, поломали. Они как будто и без нее летают. Ну да. Хотя нормально огнеметчики помогают вообще. Ну да, потому что они сюда, вот когда они сюда прилетают, то начинают. Да тварь. Что ты стреляешь за бизнес? Так, у нас есть челики, которые хотят стать огнеметчиками? Опять у меня есть. Есть, есть. Даже два. О. Они говорят СС? Да, Служу СС? Согласен. Да. Они еще все деньги съели мои. У меня вот река. Что это такое? Это не мое. Недобрые. Как просил у меня на авиа мужик. Накидай на все деньги мины. Так, что ты теперь сможешь жаловаться? Доброе утро, доброго ранку, good morning. Кто это такой? Ааа, какой-то ты. Ой. Кого накидать? Мин на все деньги. Хорошо. Пока есть. Выжившего, конечно. Ну мы пока что в плюс уходим по деньгам. Ой, по мясу, по еде. Надо накопить на прокачку блоков, чтобы можно было нормальные блоки ставить, крепкие. Сколько уже времени? А, капец, мы уже играем. Сколько? Я представляю, ты еще забудешь там сохраниться или что? Она сохраняется. А. Блин, да ну, надо будет, когда ты приедешь, это с тобой погонять тоже. О, втроём, представляешь, как втроём? Представляешь, как будет втроём? Втроём изи будет вообще. Да, кайф. Не, надо хотя бы, а ну, найди еще одно челика, если где-то есть. Надо хоть одно строитель, чтобы он все ну, отстраивал. А если просто челики поранены, ну вот здесь какой-то рекрутинг, но вообще-то нет. Вербовка. Мобилизация. Строитель, строитель. Давай, давай. А куда он ушел? Кто? А, все есть. Пусть хоть один строитель будет. Блин, а представь, мы, короче, вот там вот на самый верх горы этот поставили базу. И типа этот, ну, арты там. Значит, там тупо миллиард гранатометчиков. И артиллерии. И представь, просто это ж капец. О, идет тварь, идет тварь. Так, по блокам 400. Обновление. Нам скоро надо будет еще одного фермера. Ну, хотя, кстати, не скоро, потому что у нас столько он получает. Нет, там двоих хватает. Да, там просто там двоих вообще с головой. Че, может нам еще какие-то кровати поставить? Я взял самые крутые блоки. Надо сейчас пофармить денег, чтобы на блоки отстроить базу. Ну, это в следующем волне. Не, это сейчас. Чё так? О, на что это? Мини подорвался, когда я лежал. Опа, уголь какой-то погнал добывать. Текстурки не прогрузились. Сухи. Или, короче, выкопать полностью дно на вот этой... возле базы, чтобы она просто в воздухе была. А если так делать реально? Поехали. Это вообще не сложно, если втроём попасть. Но у нас двое. Да не, вдвоём нормально тоже. Да кто стреляет?
А, я хотел открыть, как можно быстрее базу. Точно, точно. Ты уже не успел. Три. А, успею. Так, где этот самый груз? 50 не стоит. О, да. Из-за этого не все сносит. А, это как построить корабль. Эпки блоки. Все, я еще чем-то слил. А, давай инкомат тут есть. Да. Это я его поставил. За 200 можно гранатомет купить. А за 35 машину. Где ты находишь? Ну, трейдера. А. И у него, ну, короче, я хотел бы на машину копить. Так, ну я, короче, этот, одну часть прорыл, потом в будущем. Так, а полетели. Как забраться? Здесь. Происходит. Все, иди нахер. Я на твоей. Иди гуляй. А где твоя? Ой, у тебя невыгодная какая-то права. Позиция. В смысле невыгодная? Нормально. А. Я хотел строить. У, капец, они фигачат. Что это было? Нам надо сносить. Нам надо сносить гигантов. А они прям очень. Кусает? Гиганта, гиганты сносили. Это они. Это гиганты, это капец. Все, нам трепец. Да не, затащим. Медики чудят. Я тебя хиляю с дальности. Давай, давай. А че он стреляет? Чудо. Ой, надо этот сюда. Сейчас отхилимся. Да, а почему у нас 26 человек из 25? А нам поломали. Кого? Нам капец базу уничтожили. Кайф. Что ты делаешь? Это трындец. Что здесь там происходит? Том кусает. Надо, короче, на него идти прям. Да, пошли. Вот, видишь, это они камнями кидают. Да, ты вижу. Просто ему просто мимо кидают. Прям перед ним. Прям перед ним. Давай, давай. Ой, капец, он сносит. Ну, короче, потому этот ставь. А он на месте тупо стоит. Короче, Назар, у меня есть идея поставить здесь прям мины. Накидал мины. А ему пофиг. А ему пофиг. Он левитирует. А ему пофиг. А, им... ходит, ему а ему пофиг. Он левитирует. Что? СПС. Мы следующую волну не выживем. Короче, это страй. Все. Все, что можно. Да ну нет, мне нужно больше денег. Подстраивать. Да и где медики? Они просто где-то в сраке. Они даже не хиляют. Где отстраивать? Ну, ставь здание и просто строй самыми крутыми блоками, которые самые дорогие. Мне кажется, мы реально следующую волну не сильно затащим. 21.49? Стоп, я же смотрел. Даже только что было 21.49. Это время? А-а-а! Стоп, шахту. Ну да. Я строю прям стенку. Капец, они круто вот эту шахту выстроили. Так прикольненько, квадратик. Назар заботится не про то, что как мы будем сейчас. А, они нам кровати поломали, я понял, почему у нас так. Построй. Я почему? Что если вот эту фигню перестроить здание? Какое? А, его же надо сначала. Короче, если ну, в следующий раз тогда будем запускаться, надо здание поставить реально где-то на гору. Да. Так выгоднее. Еще как-то обкопать ее, чтобы он там максимально было такое внизу. Ну, чтобы максимально резкий склон, чтобы не забираться. Блин, а мне, кстати, челиксов не хватит поставить. Это. Надо сейчас, короче, качать максимально юнит. Важно. Хотя нет, вообще самое крутое это просто нафигачить очень много кроватей.
и этих минометчиков кидать. Да. Это самое, ну, адекватное. Ну, денег нет. Вообще... Ну, смотри, я не знаю, где искать самих челиков. Вот, ну, бегут, но они... А, кровати надо. Кровать. А если кровать где-то поставить в бункере? Вот здесь, вот, типа, где я. Ну, а реально? Просто далеко их, далеко их накидать. Да, просто да. Просто далеко от базы. Они все равно не смогут прибежать. И в шахте. Я еще возле кровати поставил бы, ну, хотя бы одного шахтера. Ой, шахтера. Одного вот такого огнеметчика, чтобы он еще кровати защищал. Если там какой-то один маленький попадет. Чтобы он не поломал нам кровать. И надо, короче, как можно быстрее челиков принять всех. Да, но у нас, вот. Я не знаю, где они. Ну вот он, но я не могу до него. Вот, сейчас. Да. Тут даже два. Сейчас я сразу двух минометчиков поставлю. А, у меня денег. Назар, а у тебя сколько денег? 460. Ну, короче, тебе на пулемет я сейчас попробую собирать. А мне что, пулемет поломали? Да, нам двоим. Не, у тебя там есть пулемет стоит. Я это поставил его. А, тут. Ну, я, короче, сейчас себе накоплю. Я тогда хотя бы 700 накоплю на два этих челика. И на мины. Или лучше не на мины, а на огнеметчиков. Ну, блин, ну мины это как бы норм, как бы. Да все, уже опять ничего не видно. Зачем такое делать? Так, Назарка, я успею. Я успею. Успею. А все, успел. Так, что я хотел? Я хотел поставить уже. Ну, пусть тут, да, этот... Где ты кровати поставил? Да. Гений. Я их просто далеко поставил. Все, я поставил тебе турик. Вот, хорошо. Все. Поставлю... На готовность. А, значит, да. А ну давай 300 баксов. Оп, первый. Ладно. Ой, капец. Ой, капец, прям здесь артиллерия. Ой, а как я до турельки достану? Подпрыгнем, и все. А, я застрял, че? Я вообще тут ничего не понимаю, надо посылать иначе. А, бим. А, нет, я нормально. Что здесь происходит? Вообще просто капец. ХП. А, да, они эти не стартят. Нет. Не. Бро, зомби с оружиями уже. Я жду, когда они на машинах поедут. Ну, я надеюсь, на волне 20-й. Мы не дождём с вами. Чё так? Мы вот сейчас выиграли нормально. Ну, это потому что не было вот этих челиков, которые кидают эти скалы. Ну да. Если бы они были, мы бы уже, мне кажется, слили. А, потому что 10-я волна была на этот босс. А, ну, кстати, возможно. Попиляйся, медик, сыпцы. К медику нужно подходить. Надо им, короче, сделать отдельную кибитку близко к фронту. Этот, чтоб они... Я их на крыше ставил, они сами попадали по приколу. Короче, я пошел прямо к ним этот расстреливать. Так, что их невозможно. Капец, у зомби смешной голос, когда он умирает. Ну, я под вот этому зомби практически попадал.
Да шо? А строителей опять же, наверное, нет. Чё так? Какие у нас квесты? Чё по квестам? А, у нас квестов нету, ладно. Строителем будешь. Сынок, сынок, ты строитель от жизни. Кстати, блин, нам надо, короче, у торговца, он сейчас придет. Сколько у тебя черепов? 15. Ну, нормально. Походу, у строителя надо купить вот этого челика, который стреляет сам из турельки. Это имба. А, реально? Ну, походу, да, потому что в исследованиях нету. Мне интересно, тут что это такое? Интересно. Как он называется? Вообще смысла даже уже нету шахты собастить. Лучше уже, я не знаю, вкладываться в пассивную шахту. О, два челика, два призывника, два призывника. Давай их туда в шахту кину. Хотели на минометчик лучше. Кажется, лучше на минометчик. Кидай куда угодно. Где шахта? Ой, капец, крутая шахта. А, я до этой балки, кажется, добирался. Кстати, хочешь, я тебе прикол скажу? Вот эти балки, они, походу, по всей карте понастроены, потому что я когда-то до них добирался. Просто заранее. На всякий. Какое у нас еще есть такое вот оружие, которое может быть... 700 почти есть, значит, можешь поставить еще минометчик. Ну, что им ты делаешь? Что-то чего? Мальчики, давай, будем пахать. Как его вертеть? Три всего. Всего трех три шахта. Опять стих минометчиков здесь, конечно, миллиард. Так, ну нам, короче, нам надо этот приманку. Ой, мин даже нет. Я Деган. Назар, я Деган. Аша. Я забыл то, что этот шахтеров типа ты придаваешь, когда опять надо их поставить себе. Да. А, еще и строитель минус. На по расчетам. О, трейдер пришел. О, чекай у него. Да где, где, где? И сколько стоит? Человек с миссией. Нет, у чего просто миссию дает. А нет, тут нет ничего. Да иди сюда. Деган, 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 деган. Здесь только можно блоки купить, там за 20 можно себе калаш купить. С покраской и неприятным сюрпризом. В смысле? Ну я не знаю, есть ли смысл покупать себе мыши? Ну реально нету. Ну не знаю, есть ли смысл хаммер покупать? Да зачем? Бро, я с этим чуваком только что полетел просто. Ну, кататься. Зачем кататься. Еще? Может, на нём можно их сбивать, там, поставить. Не, да, ну... И мин у нас нет, кто-то снял. Ой, волна. Я в шахте. Ну, спавнится, стреляем. Ну что этот трейдер у нас до сих пор делает? Да. Ой, капец, они прям близко уже спали. Ну что, наоборот, чем дальше, тем лучше.
Пошли, анимочки, работаем. Уй, это челик, который кидает или нет? Мне интересно, а что если с Андреем запуститься? Сколько у него хп? Блин, ноль. Нормально, пройдено было. Бро, нам надо аж туда ставить, посмотри, там аж слева иду. У Андрея реально ноль будет хп, это просто ноль. На какой-то там просто сотой волне, бегает миллиард. У него так телефон взорвется. Так, нет, это мой. Значит, нет, надо на его. На его сейчас и хуже. Так у него еще лютейше. Кстати, видал, что я купил? Ша. Я немец. Я не видел. Я немец. Какой немец? Я немец. А что они стреляют, что ничего не убили? Ну, мать, короче, дерьмо это погано. Ты что стреляют? Тупо с калашом стоит, бегает, вернее. Чё стреляет? Сейчас, сейчас. Кукинг. Кукинг стрим. Кукинг стрим. Да я немец, парни. Да гори. Блин, мне вообще уже надоело. Ну, мне тоже понадоело. Я лучше бы, не знаю, ливнул бы. Ну, может, вообще-то другое, а, вообще. Ну, не знаю. Или уже ливать. Я вообще уже хотел есть. Ну, вообще, кстати, можно. Я не против, потому что... Потому что... А, сейчас я сохранюсь только на... Нахер, нахер. Что это? Игра успешно сохранена. Alt F4? Угу. Так, ваша Пашка играет? Пашка ни во что не играет.